петь для вас. Исполнение ваших желаний, чтобы ваша компания еще больше и больше процветала. Теплыми пожеланиями народная артистка страны Роза Рымбаева поздравила коллектив акционерного общества «Онцтык-Мунайгаз». В подарок 60-летию буровой компании звезда казахстанской эстрады подарила именинникам только лучшие песни. Я хочу пожелать нашему коллективу благополучия в семьях, здоровья. Именно от семьи зависит, как работает человек. Но в то же время и работа дает возможность благополучия в семьях. Главное у нас коллектив, здоровье, семья. Всего наилучшего нашей компании. За 60 лет существования акционерное общество «Онцтык-Мунайгаз» ничуть не постарело. Совсем напротив, сегодня буровое предприятие уверенно и динамично развивается на рынке нефтесервисных услуг Казахстана. «Онцтык-Мунайгаз» дошел до сегодняшнего дня, конечно, не так уж легко. Были трудности, перестройки были, становления были, обновления были. Смог «Онцтык-Мунайгаз» коллектив преодолеть это все и достиг сегодняшнего уровня. Настоящий праздник сегодня и для тех, кто по сей день вносит огромный вклад в развитие компании «Онцтык-Мунайгаз». Это квалифицированные кадры предприятия. Нелли Данилова – одна из почетных специалистов акционерного общества. В коллективе ее называют легендой бурового предприятия. Она проработала в организации 42 года. Даже на пенсии женщина остается преданной своей работе. Сегодня в этом зале сидит 27 человек пенсионного возраста. Все они довольны тем, что их пригласили. На это торжество не обделили вниманием. Ваши пожелания компании? Мои пожелания компании? Ну, процветание только объема в нашей компании, чтобы всегда была работа, чтобы не было никаких инцидентов, то бишь аварий, чтобы семьи ждали своих мужчин дома. За время существования акционерного общества «Онцтык-Мунайгаз» добилось стабильности и доверия недропользователей. Впереди у предприятия большие перспективные планы бурения на самых богатых нефтью месторождениях Казахстана.